выдалось у меня свободное время, и я поехал сделать профиль себе в компании UX. Много писали кто про компанию. Решил попробовать. Находится компания вот в этом здании. Я здесь, кстати, вот за этим Mercedes-Benz Авилоном я учился. Там Московский автомобилестроительный колледж был. Сейчас он по-другому как называется. Расскажу о компании UX. Сдал я экзамен там примерно полторы недели назад. Постараюсь работать теперь по двум агрегаторам. Я не знаю, правда, есть заказы в UX или нет. У UX 6, получается, категории выбора авто для клиентов. Это классический, получается, самый дешевый. То есть там могут ездить машины предыдущего поколения, 212-е, Mercedes, BMW пятерки. Там чуть-чуть тариф получается ниже, чем на бизнес. 200 рублей подачи, 15 рублей минута, 15 рублей километр. Бизнес, такие же примерно расценки, как Вилли. Тариф 20 рублей минута, 20 рублей километр, 250 рублей подачу. За МКАДом чуть-чуть подороже. И также VIP и тариф Maybach есть, трезвый водитель, минивены. Включился я через это приложение сейчас, буду ждать какой-то заказ. Могу сказать о том, что сейчас в компании идет акция, получается, для клиентов убрана подача, но для водителя она существует. И сейчас компания до конца мая себе не берет вообще никакие проценты. Получается, все то, что заработал по поездке, все идет в карман. Вам надо вызывать тариф какой-то детский, как кресло есть. Просто сейчас запрещены буст, а? Только отменять. С маленьким ребенком просто не могу. И человек мне говорит, может быть, с доплатой какой-то. Никогда не берите, блин, без кресел детей. Представляете, как эта ситуация произойдет, ё-моё, с аварией, да? Потом вы будете врагом номер один для этого человека, реально. Я ему говорю о том, что вдруг какая-то авария, я буду виноват. Он мне говорит, знаете что, ну, давайте без аварии. Доехал я до метро Цветной бульвар. Сейчас объясню, какую ситуацию у меня попал. Заказ попался мне, я приехал на Песцовую улицу, получается, вышла девушка, и заказ общей суммы был, по-моему, на 4200. И по пути мы ехали с ней, таксометр говорит о том, что заказ изменен на наличный. Вот. Я, ну, девушка это слышала, она говорит, я как бы это, мне вызывали машину. Я говорю, ну, вы попросите тогда человека, чтобы снова попробовал там перевести оплату на безнал. Человека этого не получилось сделать, перевести оплату на безнал. Девушка сказала, сначала сама доплатит, когда мы доедем. Потом уже, видимо, она общалась с тем человеком, кто ей заказывал автомобиль. Не получилось перевести, и как бы она говорит, можете меня здесь высадить, прямо вот на Садовом кольце. Я оплачу там минималку, получается. Минималка 1799. Я закрыл при ней заказ, он получился на 1799 рублей. Она, конечно, была удивлена такой сумме, но я ей мог только предложить бесплатно довести ее до метро. Потому что там уже 20 минут мы примерно с ней ехали. Если мы поехали бы еще дальше, еще дороже получилось бы. Ну вот, получается, я ее привез до Цветного бульвара. Там, да, получается, метро Цветной бульвар. Высадил здесь, и она мне еще так как говорит, блин, мне так неприятна эта ситуация. Я в такой ситуации как бы ни разу не находилась. Куча фейковых заказов, я сейчас покажу. Вот видите, вызывает все. Получается, у меня было 1, 2, 3, 4, 5, 6 фейковых заказов, а 2 выполнено. Как принять-то, ёпта? Довез клиента я до Олимпийского, даже не доезжая до Олимпийского, направо завернул. Вот он у меня, это как его, заказ вышел на 2000 рублей, мне дали наликом 2000 рублей. Я нажимаю кнопку «Оплачено», и все. Получается, все оплачено, что ли, я не пойму. Я, конечно, в приложении пока не разбираюсь. Ребят, покажу вам, короче, как его, прибор ночного видения, или как он там правильно называется в Maybach. Это Maybach полной комплектации. Есть вот такая тема есть.
чем она прикольна, то что когда люди идут, он их красным выделяет. Вот видите, человек идет, он его красным выделяет. И вон вдалеке человек красным выделяет. Один велосипедист, он тоже едет красным, видите, всех выделяет. Один водитель рассказывал, не знаю, правда или нет, ехал мы где-то уже в Подмосковье, проезжал через кусты, и, видимо, там парочка чпокалась, тоже их выделяла красным, как они там это... Не знаю, конечно, телодвижение, наверное, не выделяло точно, но выделило красным, то, что за кустами есть люди. Не знаю, правда это или нет, как тепловизор он работает или нет, честно. Ну, интересная вещь. Стоят, блин, два Майбаха. Ой, там не Майбах, а вон Майбах и БМВ. Номер 3-2, что-то так, ХОС. Красавчики, чуваки, короче. Делать нехер просто, заказов нету. Они стоят и через приложение свое вызывают кого-то. Знаете, такое. Просто заняться нечего. Такие водители бывают. Один с косичкой, другой с косой, ё-ма, видимо. Вот. У них это как взаимная любовь. Другим водителям вызывать Майбахи. У меня Яндекс уже отправляет спать. Я заработал сегодня, сейчас скажу, сколько по Яндексу. Охренеть, ё-ма, честно сказать. Ну, 10400 грязью и плюс 1600. Ребят, я заработал сегодня 12 тысяч грязью по Яндексу и 2000 по UX. Получается 14 грязью. Ну, UX платит по ним, конечно, полный, у них нету сейчас никаких процентов. Вот по Яндексу получается 10 чистыми плюс 2000 по UX. Получается 12. 11 стоит для меня аренда. Получается плюс 1000 рублей. На бензина я потратил 2000 рублей и на мойку 500 рублей. То есть я ушел в минус 1,5. Так что вот так вот, ребята, думайте, как на аренде выживать в будни. Потому что я сегодня узнавал и у всех сменщиков, у знакомых, то, что заказов по всем приложениям было категорически мало. Один мне человек рассказал о том, что ему Get сегодня на десятку кинул заказов. А в остальном, в принципе, ничего интересного не было. Вот так вот. Так что можно, беря машину на сутки, уйти в минус. Вот такие вот дела. А всем, кто смотрел видео, я желаю удачи. Еще с вами увидимся. Пока.